Укрепляя ведущие позиции ответственного и надежного производителя и поставщика на отечественном и международном рынках, мы гарантируем высокое качество, строго следуем мировым стандартам, обеспечиваем стабильный рост показателей, расширяем и оптимизируем производственные мощности. Мы – одно из ведущих промышленных предприятий России. Мы – Челябинский цинковый завод. Акт о приемке завода в эксплуатацию был подписан 14 июля 1935 года. Первоначальная мощность завода составляла всего 14 тысяч тонн цинка в год. За свою долгую историю Челябинский цинковый завод преодолел немало трудностей. Это и страшное время Великой Отечественной войны, проблемы поствоенного периода, развал Советского Союза и последующий переход с плановой экономики на рыночную, когда пришлось практически с нуля отстраивать рынок сбыта. Прошло более 80 лет, и все это время, несмотря ни на что, завод успешно работает и развивается. В конце 2016 года завод вошел в металлургический комплекс Уральской горно-металлургической компании. Именно с этого времени началось применение передовых технологий и практик холдинга, что, учитывая огромный опыт ОГМК в руководстве предприятиями цветной металлургии, дало значительный эффект. Сегодня завод выпускает примерно 15 тысяч тонн цинка ежемесячно. Из них около половины объема приходится на чистый цинк и около половины — на сплав. В первую очередь с добавлением алюминия. В спектр реализуемой продукции помимо цинка входят также кадмий, индий и серная кислота. Понимая необходимость и возможности развития предприятия, завод обеспечивает увеличение объема капитальных вложений. С 2015 года сумма ежегодных инвестиций составляет не менее 1 миллиарда рублей в год. По показателю производительности труда Челябинский цинковый завод – безоговорочный лидер среди предприятий цветной металлургии. Входит в десятку лучших металлургических предприятий России и в тройку лучших предприятий Челябинской области. В части поставок сырья и вспомогательных материалов деятельность предприятия защищена от колебаний наличием альтернативных источников. Поставки концентрата происходят из республики Башкортостан, Челябинской области, Оренбургской области, а также из Казахстана. Основные поставки идут с предприятий Уральской горно-металлургической компании и Русской медной компании, а также с дочернего предприятия Челябинского цинкового завода в Казахстане ТОО «Новоцинк». Применение мировых достижений в технологии и техническом оснащении процесса производства позволяет заводу стабильно выпускать металл марки Special High Grade с содержанием цинка 99,995% и сплавов на его основе в промышленных объемах. Челябинский цинковый завод – единственный в России производитель цинка марки Special High Grade и сплавов на его основе. На долю ЧЦЗ приходится более 60% внутреннего и около 1,5% мирового объема производства цинка. Завод является основным поставщиком сплава на линии непрерывного горячего оцинкования ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь», являющихся крупнейшими потребителями цинка и цинковых сплавов производства ЧЦЗ. Продукция Челябинского цинкового завода также хорошо зарекомендовала себя у таких известных иностранных компаний, как US Steel, Meizek, ArcelorMittal, ThyssenKrupp и других. Несмотря на объемный производственный цикл и масштабы производства, ЧЦЗ является одним из наиболее безопасных промышленных объектов города Челябинска. Количество выбросов завода в атмосферу в 3 раза ниже утвержденных нормативов. Этого удалось достичь благодаря внедрению современных технологий утилизации газов от обжига концентратов в рамках существующего сернокислотного производства. В процентном отношении доля выбросов Челябинского цинкового завода в объеме выбросов всех предприятий города Челябинска составляет менее 2%, а в пределах Челябинской области – менее 1%. Ежедневно в режиме онлайн информация о выбросах предоставляется в Горэкоцентр Челябинска и Министерство экологии Челябинской области. В 2017 году началось проектирование и строительство очистных сооружений, которое позволит перейти на замкнутый водооборот и полностью исключить сброс промышленных сточных вод в реку Миас.
И среднесрочные, и долгосрочные цели Челябинского цинкового завода связаны с повышением эффективности использования производственных мощностей, стабильным ростом производственных показателей, постоянным снижением экологической нагрузки и сохранением статуса социально ответственной компании. Социальный пакет предприятия – один из лучших в области, а средняя заработная плата по отрасли – одна из самых высоких. Завод реализует такие социальные программы, как помощь в приобретении жилья, добровольное медицинское страхование, забота о детях и внуках сотрудников, пенсионные программы. «Мой завод – моя опора». Этим коротким девизом определяется социальная политика предприятия. Мы ответственно относимся к своему делу, гордимся им и стремимся удерживать передовые позиции в отрасли. Такие традиции складывались на Челябинском цинковом заводе многие десятилетия. И сегодня этот настрой по-прежнему побуждает нас двигаться вперед.